Добрый вечер, дамы и господа. Схвачены наиболее опасные, по мнению полиции, члены преступной группировки Баадера Майнхофа. 30-летний Хольгер Клаус Майнц, обвиняемый в убийстве, сдался полиции. А через некоторое время офицеры вынесли еще одного человека. Его опознали как Андреаса Баадера, 29 лет. С момента своего побега из-под стражи в Берлине 14 мая 1970 года Баадер считался самым опасным преступником в Германии.